Ты один? Тебя никто не видел? Люда, ты же меня знаешь, я всегда осторожен. Ты позвонила и сказала, я все делаю по плану. Хорошо. Этот дом быстро нашел? Я думал, ты в другом месте живешь. Здесь уж слишком скромно для тебя. Слушай, где я живу, тебя не касается. И никто не должен об этом знать. Этот дом будешь защищать, ясно? Круглые сутки. Понял. Гостей ждешь? Жду друзей. Это хорошие друзья у тебя, что надо защищаться. Слушай, здесь живет моя мама. Не напугай ее. Познакомься с ней, скажи, что живешь неподалеку. Скажи, что будешь приходить, навещать и так далее. Ну, в общем, придумай сам историю. Не мне тебя учить. Понял. Не предупредить, что надо быть на стрёме. Нет. Ни в коем случае. Пусть она думает, что ты просто так здесь ошиваешься. В общем, дурачка включи. Мать работает? Работает. Сейчас на ночном дежурстве. А что? На работе ее тоже охранять? Надо подумать. Вот ты хорошо спросил. Ну, тогда... Тогда тебе надо историю подсветить и придумать. Может, провожать ее начнешь? Как скажешь. И встречать, и провожать буду. Все как положено. Да. Какой уровень опасности будет? Красный? Нет, пока нет. Пока предварительный. Может, мои друзья пошутили? Ну, ты-то не пошутила, раз меня наняла. Ты знаешь, я шуток не люблю. Лучше все сделай с запасом. Понял. Ты меня знаешь, все будет чики-чики. Карточка твоя уже полная. Я все скинула, мало будет, скажешь. Я тебя знаю, ты не скупая. Я за деньги спокоен. Слушай, главное, чтобы я была спокойна. Ясно? Сделаем. Завтра же начну. Нет. Сегодня, прямо сейчас. Мама через пару часов приходит с дежурства. Будь на месте. Глаз не спускать. Понял? Все, скройся.
Мам, так рано? Что-то случилось? Сынок, ну что же сразу случилось? Да, 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 да. Случилось приятное событие. Мам, ты меня что-то пугаешь. Для меня сейчас самое приятное событие, то, что мы все живы и здоровы. Да, 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 да. Ты слышишь меня, сынок? Да. Мам, что да? Да, всем твоим желаниям и надеждам. Да, всему тому, что тебя окружает. Да, всему миру и всем людям. А можно простое? Да? Обычные яичницы. Конечно, да. Да, да, да. Вот чудо. А когда ты успела приготовить яичницу? И откуда ты знала, что я захочу яичницу? Да, яичницы. Да, твоим желанием. А можно тогда еще хлеб теплый, кусочек масла и варенье? Тогда еще овсянку, апельсиновый сок и континентальный завтрак. Да, 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 да! Мам, что значит «да, да, да, да»? Это значит, сынок, да, все твои желания сбудутся. Значит, всем моим желаниям «да», кроме овсянки, яичницы и апельсинового сока. Я правильно понял? Ты все правильно понял. Совершенно правильно понял. Видишь? Ну, у тебя же резко улучшилось настроение. У меня сейчас настроение на самом высоком уровне. И, мам, мне кажется, что мы сейчас с тобой куда-то пойдем. Я с тобой. Прекрасная идея. Конечно же, да. Я срочно иду собираться. Вот, видишь, у тебя сразу появились светлые мысли и хорошие намерения. Утром пойти гулять с мамой. Это же отличная идея. Мы сначала позвоним Гульжан, она точно знает, куда поехать. Прекрасная идея. Позвать сестру на прогулку. Нет, этот метод все-таки очень эффективный. Метод? Какой метод? Сугестивный. Его мне посоветовал один гениальный психолог. И как видишь, он действует. Я все понял. Слава Богу. Ты меня так успокоила. Мы сейчас прямиком к нему и поедем. Да. Джон, ты должен мне помочь. Маша, я всегда готов помочь тебе. Что надо? Я знаю, что вы в Америке очень внимательно относитесь к проблеме отцов и детей. Кто тебе сказал? Мы не решили все проблемы в Америке. Нет, я, наверное, неправильно выразилась. Не решили проблемы. Но, в общем, ты должен помочь мне разобраться в нашей беде. Беда. Это в русском значит... Большая несчастье. И как может быть на твоей семье большое несчастье? Может, еще как может. У меня брат Вася, он недавно приехал из Питера. Санкт-Петербург? Ну да, из Питера. Так вот, у него несчастье, у него разбито сердце, а наша мама, она не знает, как ему помочь. Все мы не знаем. Как я знаю. Ну ты же умный, ты изучаешь поведение людей. Ты ведь профайлер. Да, я профайлер. Наверное, знаю, что он думает. Наверное, если он сделает ошибок. Но я не знаю, если я могу помогать им. Если ты понимаешь, это уже помощь, ведь так? Так, я сейчас позову Васю, и ты должен с ним поговорить. И о чем говорим? Я не знаю. Это лучше тебе решать.
Вась, это Джон. Он американец, мой друг. И он поможет тебе решить твою проблему. Hi, John. Oh, hello, Vasya. So, I think you speak English, yeah? So it's gonna be easier to speak about something, yeah, Masha? Maybe you speak English even better than me, yeah? Why have you decided that you can help us? Why do you Americans always give advices to everybody, trying to help everyone as if you've solved all the problems in America? Well, Vasya, I wouldn't say this. It's just that maybe Masha called me because I have a more systematic mind, analytic, so maybe I can listen to you a bit better. There's nothing to talk about, man. We don't need your advice and your help. Okay, I'm done. I gotta go. Маш, напрасно ты все это придумала. Это глупо. Маша, I don't think this was a good idea. Да. Это точно не была хорошая идея. Можно я вам еще покажу, чему я научилась? Давайте. Так, ну. Пам-пам-пам-пам. Тастик, как здорово, что ты пришел и вовремя. Мы тут занимаемся танцами. Цаули меня учит. Ой, я вам представлю. Это Дастан, мой сын. Настик, а это великая балерина Сауле. А я уже представилась в прошлый раз во время твоей выставки, мам. Ну, иди поздоровайся. Здравствуйте, Сауле. Привет, Дастан. Слушайте, у меня идея. Танго – это же танец для двоих. Давайте устроим занятие с партнером. И Дастан нам поможет. Мам, я плохо танцую. Тем более танго. Дастан, я танцую еще хуже, но я хочу танцевать. И ты мне должен помочь. Так, иди сюда. Дастан, не сопротивляйтесь, пожалуйста, но помогите своей матушке. Вот, слушай умных людей. Так, возьми меня за талию. Ну и... Нет. Я хочу, чтобы вы мне показали пару движений, а твоей маме все ноги топчу. Ты осмелишься танцевать с великой балериной? А ты не боишься? А что бояться? Ты же рядом. О. Я постараюсь не отдавить вам ноги. Ну что ж, давайте попробуем. Достал! Да. Да у тебя отлично получается! Хотя, конечно, с такой партнершей... Дастан, у вас действительно неплохо получается, но вам нужно просто расслабиться, а то вы напряжены. Соли, не будьте слишком строги. Я только начинаю, и напряжение, думаю, простительно. Ну, я думаю, нам нужно на этом остановиться. Просто я немного устала. Спешу. Давайте встретимся во вторник. Ну, хорошо. А у вас разве будет время? Вы же говорили, что во вторник... Я специально для вас освобожу время. Вечером. Как? Отлично. Ой, я так счастлива. Вы так великодушны, Сауле. Ну, хорошо, тогда я пошла. А можно мне тоже? Я буду маме помогать, буду послушным партнером и не буду напрягаться, обещаю, как Соля. Но если мама не против? Я не против. Достанчик очень послушный мальчик. Ну, если он послушный мальчик, то хорошо. Тогда до вторника? До вторника. До свидания. До свидания. Айнагуль, продолжай заниматься. Я не хочу тебе мешать. Дядя Бауржан, вы мне совершенно не мешаете. Я так рада снова увидеть вас таким бодрым и веселым. Мама постоянно про вас спрашивает.
Передай Гульнаре мои приветы. Мне все не досуг позвонить ей. Не хочется ее огорчать. Все жду, когда радостные новости можно сообщить. Но пока из радостных событий только то, что ты живешь у нас дома. Спасибо, дядь Боржан. Я стараюсь быть вам полезной. Вот пока Боржана нет, я вчера пирожков напекла. Ну, правда, не такие вкусные, как у нее. Ну, вроде съедобные. Почти все уже съели. Да, я тоже ел. Вкусные. Ты, оказывается, еще и хозяйка хорошая. Повезет тому парню, кто тебя замуж возьмет. Дядь Боржан, я давно хотела с вами поговорить. Я тоже. Как ты тут? Тебя никто не пересняет? Как ты там у Гульшан живешь? Ничего, привыкаю. У нее, конечно, интересный характер, но я подстраиваюсь. Да, мы ее балуем. Иногда она несносна, я знаю, но ничего с собой не могу поделать. Вы очень любите своих детей. Не всех. Дядь Боржан, вот именно об этом я и хотела с вами поговорить. О Достане. Вот про него мне говорить совсем не хочется. Простите, что настаиваю. Ну, я же вижу, как вы переживаете. А Достан как переживает. Чего я не могу понять. Как это произошло? Когда он потерял свою душу, неужели за границей так портит нас? Вы ошибаетесь. Его душа осталась на месте, ничего он не потерял. Напрасно вы так думаете. Ты откуда знаешь? Правильно говорят. Чужая душа потемки. Я просто говорила недавно с Достаном. Знаете, он такой чувствительный, такой внимательный. Многое замечает. Ну что за тайну он скрывает? Почему не расскажет? Из-за этого мы страдаем все. Ты у него спрашивала? Нет, не спрашивала. И не буду спрашивать. Потому что, если он захочет, он сам все расскажет. Просто, знаете, я думаю, что он там словом связан. Но ведь есть еще родственные чувства. Я его отец. Я ему только добра желаю. Значит, его тайна направлена против нас и против него самого. Дядя Боржан, давайте договоримся так. Я постараюсь устроить вам встречу. Наедине, без свидетелей, чтобы вы могли нормально поговорить. Ах, я за себя не отвечаю. Могу наговорить ему. Я уверена, что не наговорите. Вы же оба два разумных человека. Просто вокруг вас всегда очень много добрых советчиков, которые зачастую и мешают. Откуда в тебе такие рассуждения? Ты ведь еще очень молода. Как ты похожа на Гульнару. Она ведь так же часто говорит. Мудрая она женщина. Да, она мудрая. Вот только живется ей тяжело. Я это знаю. Как хорошо, что ты здесь. Если меня поймают, ты меня защитишь. С чего это? Опять что-то натворил, что ли? В прошлый раз она здесь заночевала. Нас поймали. Гульшан выгнали, а мне строго-строго приказали больше так не делать. Елена Васильевна, я теперь ее боюсь. Сказала, что я на Ажеку плохо влияю. Жека, ну ведь это не так. Увы, это так. Я совсем не могу отказать тебе ни в чем. Совсем разучилась быть строгой, мудрой. Ажи, ты не права. Гульжан на нас на всех всегда хорошо влияет. Рядом с ней всегда так интересно и так весело. Да, это так. Она с первого дня появления никому из нас не дает скучать. Ажека, на самом деле я пришла к тебе посоветоваться. Что мне делать с Айнагуль? Тебе надо с ней подружиться. Вместе готовиться к экзаменам. Она живет в твоей комнате. Может,
она тебя научит трудиться. Ну, если она тебе мешает, пусть переезжает ко мне жить в мою комнату. Ага. Еще чего. Уж лучше пусть она живет в моей комнате. По крайней мере, я за ней буду следить. Зачем за ней следить? Она очень серьезная девочка. Она очень много занимается. И по дому помогает. Не то, что некоторые. И по ночам на тусовки не бегает. В том-то и дело, Ажека, что в последнее время Айнагуль дома не ночует. Что? Дома не ночует? Угу. Как же так? А вот так. Ваша правильная девочка дома не ночует. Дастан, ты не знаешь случайно? А откуда мне знать? Она ж твоя подружка. Она тебе больше говорит. Ну, ты меня расстроила. Мы же несем ответственность за нее перед ее матерью Гульнарой. Что ж теперь делать? А ты ей скажи, пусть срочно придет. Я как-нибудь разберусь. Правильно, Ажека. Нужно с этим разбираться. Потому что мне она вообще ничего не говорит. А тебе, может, скажет. Как ты меня нашел? Зачем ты пришел? Я же сказала, что сама к тебе приду. А я тебе нужен? Ну, только если у тебя есть то, что нужно мне, тогда нужен. Ну да. Деньги. Тебе всегда нужны были только деньги. Если бы можно было бы жить без денег, я бы охотно прожила без них. А ты принес должок? Или так, просто поболтать? Я не расположена. Принес. Давай. Тут не все. Да. Остальные потом. Потом? А ты что, рассчитываешь, что мы с тобой опять будем вместе? Напрасно. Все кончено. Как скажешь. Да, прежде чем ты уйдешь, я хотела бы задать тебе пару вопросов по поводу твоей медицинской практики. Какие вопросы? Я тут поинтересовалась твоими клиентами. Поздравляю. Впечатляющий список. Только богатый. Я хороший психотерапевт. Угу. Скорее, хороший психолог. Знаешь, как найти золотую рыбку? Что тебе нужно? А вот что. Я хочу знать, что вы там с Ярке замутили. Это он, твой поставщик? Я и про это разнюхала. Ярке вчерашний день. Я порвал с ним все отношения. Парень завяз. Я его предупреждал, но он меня не слушал. Опасно играет. Где он? Не могу его найти. Он мне нужен. Я тоже не мог его найти. Ну, может, где-то Жанар отдыхает, уехал куда-то. Я так и думала, что Жанар увезла его на Канары. Повезло парню, да? Но я же тоже тебя возил на Канары. О, даже так. Столько страсти, столько денег. Интересно. Все кончено. А ты хочешь узнать про Канары еще больше? Я могу рассказать, если ты оставишь меня у себя. Я как раз никуда не спешу. Опять будешь в доктора играть? Ты не слышишь? Я сказала, все кончено. Сен астана, оғысқан сан тағдырла.
Жақын ғымыр жолдар айтылмаған сезім сырларды Күләсі бол астана Адыл шалғай мекендерден арман қуып келген біз Жетере келер күндің нақтандары Сенімім бар жетем деген келешекке